Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. В этом видео увидите водопровод, канализация в частном доме. Как это все выглядит и как я все это делал. Такой домик есть дачный. Вот такой колодец там вырыли, 8 колец. Здесь вот так вот идут коммуникации. Вот так туда и в дом заходит, где туалетная комната. А провод электрический к колодцу к насосу тоже где-то вот здесь вот проходит. То есть тоже почти закопан. И там же, внутри, с трубами водопроводными, пластиковыми, закопан провод, который ну, прогревает в случае чего. Давайте взглянем вовнутрь, что внутри. А вот здесь, конечно, самое интересное, потому что здесь система немножко переделывалась, скажем так, второй раз, из-за нерабочей вот этой штуки. Это датчик давления, который включает насос. По давлению. Ну, то есть, если в системе давления падает, насос включается. Сейчас покажу. Вот оттуда заходит провод питания и обогрева. Вот он торчит обогревательный провод вот этот. Вот он гретельный. Вот я его так привязал. Далее второй провод беленький заходит в эту штуку. И отсюда выходит на насос туда вниз. Насос обычный малыш. Вот такой вот шланг. Хороший взял. Привязано все это дело по-простому. И далее спайна пластиковая система. На вот эту, не смотрите, она не работает. А с помощью нее можно смотреть просто давление, если будет видно. Далее, по вот такой пластиковой трубе. Никакой ни ПНД, никакой, потому что ее не было в наличии. Сделали вот такой обычный. По-моему, она 20 мм или что-то типа того. Вот. Соответственно, проходит все это дело на датчик ну, чтобы давление оно понимало и включало-выключало систему. Так, далее. Вот, вот этот шланг, труба идет у нас э, в дом. Вот это у нас идет на бачок. Бачок для, ну, расширительный бачок для давления решили поставить в колодце прям, потому что, ну, во-первых, в доме его некрасиво ставить, и он бы мешал. Вот такое было принято решение. То есть я вот так засверлил туда, поставил что-то типа дюбели и все, в принципе, держится. Там вот внизу сделан слив на случай того, чтобы из системы можно было слить воду на зиму. В принципе, все, насос держится на шланге и на проводе, и, в принципе, по вот этой системе все. Так, ну что же у нас дальше? Значит, вот здесь на глубине двух штыков лопаты уложена труба, та белая, и она еще в пенопласте, и внутри греющий провод. Все это связано с скотчем, и, по-моему, провод где-то вот так проложен, и выходит где-то вот тут под домом и туда. Ну, чтобы под землю его не вести. Так, вот так вот прокопано, вот так, вот так, вот так идет. Вот так, вот так. И здесь у нас уже вот, вот так туда и заходит вот здесь в дом. Здесь уже канализация сделана. Соответственно, канализационные выводы, что самое главное, тоже сделано специально вот так чтобы можно было удобно обслуживать. Первая труба туалет. Это душ. Вот эта вот труба душевая. Это вот смотровые тут, скажем, как окошечки остались. Да, просто такие трубы были, ну, чтобы обслуживать. Сделана разуклонка, чтобы вот так все было. Это с кухни идет. То с раковины в ванной. Ну, ее в данный момент нету. Вот. И это все вот так вот проходит труба вниз и сюда сток септик, два кольца бетонные. Вот, и трубы, соответственно, тоже здесь пересекаются, проходят и заходят вот внутри в пенопластовой обертке, скажем так, чтобы не подмерзало все это дело. Так это дело выглядит, тут немножко потрепало, скажем. Вот, и сейчас посмотрим, как это выглядит внутри. Так, ну что, вот мы внутри. Вот так вот выглядит туалет с ванной. Соответственно, та труба толстая вот здесь как раз таки проходит. И давайте с нее и начнем. И посмотрим, как у нас это получилось. В общем, вот эта входная туалетная труба. К ней подключен унитаз, сразу вот так сюда. И все выходит, соответственно, туда. Канализационная труба из-под ванной выходит вот так, и вот так идет. С кухни идет вот так, под низом, и в трубу основную эту. Так, вот у нас входная труба главная, вот это вот рычаг для перекрывания воды. И вот он, греющий провод, на случай того, чтобы не подмерзло. И вот тут черный провод пошел у нас на розетку, то есть на насос. Вот, далее, как сделана разводка. Тут вот холодная вода, она поступает сразу на кухню туда потом проходит дальше, поступает на унитаз у нас. Вот так идет, идет, идет и заходит в унитаз. Кстати, вот проблема с конденсатом постоянно, вот такая ерунда. И все капает на пол причем. Вот, далее поднимается труба у нас, идет на, на бойлер, то есть тоже кран поставил я. Вот, вот так идет, идет и заходит на бойлер. Ну, соответственно, выходит и попадает в теплую магистраль там. Вот, далее холодная вода поднимается. Холодная вода поднимается у нас вот так. Опять-таки краник для удобства стоит. И уже поступает на ванну. То есть вот так вот сделано. Так, это вот все по холодной магистрали. Так, давайте посмотрим на горячую магистраль. В общем, как она у нас тут сделана. Тут особо неудобно будет видно. В общем, с бойлера выходит горячая вода по вот этому шлангу. Вот тут попадает, попадает вот здесь на тройник. Вот это вот уходит на ванну. Давайте посмотрим. То есть вот вот этот вот шланг, этот труба точнее, попадает у нас теплая вода сюда. Так, далее, далее идет спуск вниз попадает вода у нас вот уходит на кухню и холодная и вот это вот горячая. Вот соответственно вот подключение вот такой бойлеры этого такое немножко кустарное а потому что тут немножко не рассчитали. Вот и розетка сделана и все в принципе работает. Вот такая система бойлер зануси на 50 литров и в принципе достаточно. Так что вот таким образом можно сделать компактно водопровод и канализацию в частном доме. Ну по простому соответственно. То есть конструкция достаточно простая. Так что вот так. Все, лайки, подписки. Пока.